И к другим новостям. 10 миллиардов рублей готов вложить инвестор в создание многофункционального всесезонного гостинично-туристического комплекса. Из них 5 миллиардов – собственные средства, и столько же планируется привлечь заемных. Объект появится недалеко от Уфы, рядом с поселком Нагаево. Проект представили на заседании инвестиционного комитета республики, который провел глава Кабмина Андрей Назаров. Инвестором выступает специализированный застройщик 4 сезона «Жилстройинвест». Кроме гостиницы, в комплексе разместят зоны активного отдыха, акватермальные зоны, бассейны, горнолыжные и тюбинговые трассы. Предполагается, что здесь посетители смогут не только отдыхать, но и оздоравливаться. Работу комплекса будут обеспечивать 900 сотрудников. По словам инвесторов, это будет туристический центр федерального масштаба. Я думаю, что мы в течение 4 лет готовы будем. Самый главный проблемный вопрос здесь. Это, конечно, персонал и менеджмент. Потому что для нас это новое. Мы много ездили, изучили опыт других регионов. Они есть рядышком, в Татарии много, я сам ездил. Я думаю, что мы все эти вопросы порешаем. И проект будет интересным, востребованным. Под комплекс подобрали участок площадью 90 гектаров. Сейчас на территории проводятся геодезические работы. Специалисты проверят его на наличие археологических объектов. Строительство предположительно начнется летом следующего года и пройдет в 2 этапа. Инвестиционный комитет республики присвоил проекту статус приоритетного.